Лапы иду. Тряся там кулаки, кресты. Хорошо. Че, вторую пойдем потом сразу? Пацана колдуем. Можно. Ну вот это вар, который там. А вы на каком боссе? На первом. Че, места есть, не? Сейчас стараюсь. Нет. Бусинка. Заебан пока что. Не пускаю. Там на трех все заберу. Ты потом правую потянешь, я левую. Тоже заберу. Сайкор, ДК. О. Противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды серебряного авангарда, который направится в цитадель ледяной короны. Из самых глубоких и темных пещер грозовой гряды будет поближе. Призван Гормак, пронзающий бивень. Да. Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Надо его забирать. Там кто-то уже черный демон. Пристак. Ты правый, я левый. Сильно не отводи их, чтобы я достал забрать. На, давай лучше нам. Забыл. Так, сейчас глюну, вот забираю. Или там парень придет. Я должен танчить, потому что она сейчас токсин повесит. И надо, чтобы он был на мне, я его сниму баблом. Беги по рейду скорее, пока она тебе висит. По зеленым лидам. Ну все, это вы. Избер. Лол, а че они все зеленые? Воды. Витрёс, ты че, как два? А тут даже забирать не надо, а? Она сначала дает АОЕ, плевок в тебя, потом весь вот этот дебаф. И ты прям со слизнем, прям с этой черви... с этой змеей, блядь, идешь по рейду. И огнем снимаешь зеленое говно. Давайте резайтесь, я обновлю за ночь. На стоку не заходите. Бок. Ну сейчас. Ну и так. Надо.
Он еще и не демон. Ё-моё. Нафиг эти африки нужны вообще? Да, бесполезный класс. Собака в кубах. Дух, по-моему. Нафиг. Видите там? Сейчас чуть шуман. Там шумана мана есть, все. Пожаловать, герои. Вы услышали. Ты с меня не собирай потом. И первого босса не надо забирать. И червя вот этого левого. Я скажу, куда забрать. Когда на меня токсин он кинет, тогда заберешь. Глубоких и темных. Потому что он может плюнуть второй раз, и ты там должен в рейде стоять, чтобы снять сразу. Бой, герой! Твои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Силы более достойных соперников в Багровом круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Подай еще лок, у тебя сейчас сказ убьет. Не слышишь? Он на выле переогрелся. Ламба, дай ревайда. Лок вообще в РК? Лок плюс они в чат, если ты слышишь. Не, обычно без РК. Убирай, убирай. Пять ему брать. Так, чё? Значит, сними себя, Боб. Да, поднимай фламбу, это же хил. Бусинку за хил, бусинку за хил. Сними Боб себя, ДК. Боб, сними, Боб, сними, Боб. Рост. Выберем каску. Дау. Там лужа, по-моему, сейчас будет. Да, отводи лужу. Сейчас заберу, побежишь к рейду. Подожди. Рано. Он еще не плюнул. Ну что, он в рейд еще не плюнул. Вот теперь прямо. А, все, он умер. На дизарморе там только. Что, с меня не надо забирать сейчас. Дай на пул. А, ДК. Не срывай. Мейбер сухан. Не сейчас. Не достаю.
использовать эту способность. Все чудовища повержены! Сейчас великий чернокнижник Вильфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Да, давай. Я в этом Редрика. Ну, как лук одевается. Благодарю, Верховный Лорд. А теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! А ты напиши в магу, что он гей. Сразу поставил. Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вильфредом Непопамсом, мастером призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Тут я главный! Ты давай там анкошек обычно не знал. Ты хочешь это читать? Сразу на пол дай ханг на ДК. Никто не сорвал. Сейчас появится этот самый портал, надо в него сразу сыграть. Появился. Прям портал. Захил дизармер. Ты себе беги. И спел стаки. Ламбу хилим. Тоже так мне. Захил дизайнер. Все дизармы. Твои наручи трясут. Угу. Беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона. И теперь вас ждет новый противник. Нет, прикольная тема, всякие вот эти ачивки. Вот эти влево. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями серебряного авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тебе позволь моим... Че там? Поиск уходит. Мы бросаем вызов Орде. Че? Пусть? А, он с Жираксусу как раз падает. Не упал. Сражайтесь во славу Альянса, герои! Да, можно будет из льда скрафтить. Если к этому гуляш надо пойти. Еще грудак неплохо бы с ласты забрать. Танковский. Так, кто там у нас? Рога, Фант, Пал. Пал хил. ДК. Я ДК подержу, а ты Рогу. Сыграйте сначала по Ханту. Потом по ШП. А потом шипа. Все, пойдем.
Сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. О, поплут из шушлятинки. Выиграет от подобной глупости. Пали великие воины. И ради чего? Истинная опасность. Лишь плативший... Я левый, так и правый. Испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Говорит им Сакусан. Ауру вместо брони новый на профитный на огонь будет. Когда цель сменит, там огнем делает на этом. Чеку. Сука, паладин я поиграл, так теперь стал на ауру смотреть. Пойдем. Если даже никто не смотрит, первый раз такой. Берите белую. Берите по моей. Еще одна способность будет. И на меня. Берите быстрее черную и играйте по правой. Говорите на хода и лока. Вы не успеете. Блин, не успели обидеть. Вылетел.
неплохо. На меткость оденется пацан. Ну, этого лока я не буду больше в рейд играть. Возьму на всякий случай. В могуществе Орды, паладин. Мы примем любой вызов. А что с локом? Ну, видимо, не в РК. И к тому же не ела. У тебя хуже грудок. Вели себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесли... Петенко сказал, что уже 3 дня пишет ему, чтобы он сделал демо. Оно не делает. Испытание, которое мы бы не могли... Кто мне пишет? Будет тебе такое испытание. Вот он в чате. Сложи ледяную скорбь. Что там за проблема? Да ничего, мы убили, но сейчас бы они могли отхилиться, если бы дамага не хватило. Короче, лок, ну, не меняет. Входит и как бы одевается в наших рейдах. Не знаю, как-то общается, он очень был, по-моему, в РС-ке обычки. Что-то не выносил там метку, да, один раз. На него написали типа тактику, значит. Он написал, успели, не знаю. Ну и так далее. Мутный тип, короче, мутный. У меня тоже бесит. Надо с ним составить разговор просто нормально. Будет и тут? Да-да. Меткости протопал сколько надо? 254 хватит? 8%. 8%? То есть еще надо? Но у меня есть этот талант правильной защиты. Потом, то есть, символ. А как ник лока в РК этого? Я вот не вижу, где он. Вудь, ты меня слышишь? Я говорю, давай потом, после рейда. У нас сейчас босс здесь последний. А, ну ладно. Его нет в РК. И в РК-25-ки тоже не было. Он говорит, что ждём пиздикая. Total Res — это лох? Ты слышишь, плюс они? Total Res. Нет, Total Res — это Total Res. Ну, говорит, что в РК. Его нет в РК. Короче. Его тут только обсуждают, по-любому бы ответил уже. Какой РК-то? Ну видишь, мутный парень, блядь. Какой-то нахуй. Ладно, кикнул с гильдии. Можно, рейдер, стой. Нет. Чё ты сразу в РК не заходишь? Он все время не делает так, заяц. Это как какой-то ты мутный, короче. Все непонятно. Администратор Сынах Анархии. Так, ладно. Сделай демона. Потому что апликом я не буду туриды брать. Но только если там демон есть. А, тут. Чем все готово, начинай. Это место станет вашей могилой. Ты брос, смотри, держи. Ой, это что за макрос, я так и не понял, алё. Наебалово это все. Ой, поставить защиту от природы? Не надо. Прям уже каску. Заводим, убьем и вот босса приведем. И убьем шкаф.
Давай, давайте пужука, меня хилить. Быстро уснесли. Майдай, или нет? Танков волной, шаман. Волной танков фигач. Дмитриус у меня. Артру, ход и тех, на ком дебаф этот голубенький. Гера есть, по-моему, нет? Что, не дали Геру? Дай Геру, шаман. А, так вы в десятке? А нет, у семи крутыка. Нихуя. Там сундука спина, типа, из Сильваны. Есть? Нет? Есть. Упала не она. Накинь ЕП выход. Че еще погнали? Ну пока все. Че еще пойдешь? Поста. Ли? Ну типа. Головными персами. Взгляни.